Всем привет, это Олег, город-герой Севастополь. Сегодня у нас будет очень необычное видео. Мы решили с знаменитым блогером с Украины, с Иваном Проценко, провести череду видео. Сегодня у нас будет вообще бомба-видео. У нас будет обзор цен в одном и том же магазине Сельпо, Одесса, Севастополь. И также будет еще сравнение Севастополь-Киев, тоже два магазина Сельпо. Пользуясь случаем, поздравляю Россию, поздравляю Украину с наступающим Новым годом. Любви, здоровья, дружбы и, главное, мира. Ну, вообще, мы в Севастополе на проспекте Октябрьской революции 50. Поехали. Друзья, приветик всем. Мы находимся в городе Одесса, и я буду с вами сегодня гулять. Но не по морю, которое у меня за спиной. Я с вами прогуляюсь по супермаркету Сельпо и покажу вам цены, которые есть в Одессе. Смотрите видео, сравнивайте с ценами в другом городе. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание к видео, ставьте лайки и делайте репосты. Еще раз всех с наступившими новогодними и рождественскими праздниками. Всех вам благ. Друзья, мы пойдем с вами в Сельпо, в районе Аркадии. Вот в этом торговом центре мы сейчас посетим магазин Сельпо. И тут будем снимать цены. Друзья, вот мы уже в этом Сельпо. Сейчас зайдем и будем показывать вам, что здесь и почем. Овощи, фрукты. Картофель вот 22,90, морковка 17,90, лук 23,90. Все неплохого качества. Ялтинский лук. Ну, наверное, это не очевидно. Капустка 15,90. Что там еще? Помидоры, огурцы? Огурцы, ох, какая цена приличная, пипец. Ну ладно, это Сельпо, на это сойдет. Томат 159, розовый 239, крымский. А мы на ту сторону перейдем. $159 огурец, вот. Тут какой-то ужасный типичный. 159. Так, яблоки. Бананы. Апельсины, мандарины. Так, апельсин 79 рублей. Мандарины 69. Надеюсь, абхазские. Потому что очень много в России абхазских мандаринов. Они слющие, они такие вкусные, очень вкусные. Так, бананы 77 рублей килограмм. Да, бананы почему-то, блин, уже несколько лет дорогие в Крыму. Удивительно просто. Так, яблоки. Чемпион 79. Фуджи. Мой любимый сорт. Фуджи. Вообще обожаю фуджи яблоки. 89-90. Нормально для зимы. На рынке беру по 60, по 70. Айдар 69. Голден 69. Глостер. Выбор, кстати, хороший яблок, честно говоря. И яблоки неплохие. Неплохие. Так, что-то еще у нас там, Настя? Овощи, картошка 19 гривен за килограмм, другой сорт 24 гривны за килограмм, 24 гривны за килограмм, морковка 9 гривен килограмм, лук 10 гривен за кило, бананы 29 гривен за килограмм, яблоки 28 гривен килограмм, 24 гривны, 28, 27, 16 гривен, 18 гривен,
29, 25, 15 гривен килограмм, 28, 26 гривен за килограмм. Следующее. Смотрим. Апельсины. Апельсины 29 гривен за килограмм. Мандарины 29 гривен за килограмм. Лимон 41,59. Грейпфрут 37 гривен. Еще помело вам покажу почем. Помело 46 гривен за килограмм. Крупы. Предполагаю, что развесные есть и в сельпо Одесса, Киев. Кутя, что за кутя? Гречка. Гречка у нас в этом году должна была подорожать. Ну, не знаю, подорожала, нет. Настя у меня супруга рулит закупками. Так, мука. Высший сорт 25,90 за килограмм. И сахар. Так, сейчас. Сахар. Сахар. 25,30 за килограмм. Подешевел сахар у нас. Еще года полтора назад где-то стоил аж под 40 рублей. Макароны. Так, премия рожки 400 грамм, 19,39. Это спагетти чумак 700 грамм, 39,59. Какие-то вот такие вот макароны. Это 400 грамм, 22,89. Так, это спиральки 400 грамм, 19,39. Чумак. Вот такая вот вермишель. За 400 грамм 14,79, но это по скидке. Вот такие еще макароны. Турецкие 400 грамм 21,79. Так, какие-то спиральки тут еще есть. 400 грамм 14,99. Это по скидке. Еще Ролтон 400 грамм 14,99. Вот такие вот макароны. Спагетти чумак вот такие 24 гривны 350 грамм. Так, это равлики такие 19,39 за 400 грамм. Вот такая вермишель 400 грамм за 14 гривен по скидке. Так, по крупам у нас рис килограмм Таиланд 58,99. Крупа премия Булгур 23,79. Рис шлифованный килограмм 34,39. Другой 31,99. Тоже рис 32,99. Так, это крупа гречневая премиум быстро развариваемая 25,49 по скидке. Горох колотый 12,49 за килограмм. Так, что еще тут показать? Другая гречка 43,49. Ячменная крупа 800 грамм за 20,89. 800 грамм еще гречка 43,99. Сахар стоит 1 килограмм 14,69. Другой марки 16,29. Какой-то эко-бренд белый кристаллический 600 грамм 28,29. Сахар белый кристаллический первой категории 19,89. Мука за 2 килограмма 27,89.
другой марки. Тоже 2 кило. 30,49. Финляндия мука. 2 килограмма. 19,49. Килограмм 15,59. Это какое-то другое. 41,89 за килограмм. Так, яйца. Первая категория. Одна штука 6 рублей. То есть десяток 60 рублей. Собственно говоря, вот. Здесь по 75 рублей. Здесь по 80 рублей. Перепелиные, если интересно, 75 рублей. То есть от 6 рублей, да, от 60 до 75 рублей за десяток яйца у нас. В Севастополе. Яйца 25,99 за десяток. Другая марка 29,89. Петухов 32 гривны. Так, молодильное какое-то 29 гривен за 10 штук. Ясен свит 27 гривен за 10 штук. 15 штук. 43 гривны. Так, ну и все, наверное. Так. Самое важное. Хлеб всему голова. Чем бы стол ни накрывался, но хлеб все равно, наверное, всех будет. Ну, багет распространенная тема. 19 рублей. Не стала брать я его. Кирпичик. Это важно. Вот, да, вот примерно такая цена, там где-то вот от 15 до 20, иногда до 25, зависит от нарезка, не нарезка, упаковка, не упаковка. Вот такова цена у нас на булочку хлеба. А, батон нарезной, симферопольский, 29 рублей. Царь хлеб, это у нас самая распространенная компания, которая продает хлеб. Ну что ж. Показали мы вам хлеб. Булка, кстати, 0,6, 600 грамм. Завершаем обзор, друзья, хлебом. Батон 10,39. Батон 10,99, какой-то другой 17,99, батон румянец багет 11,99, какой-то молочный нарезанный 17,39, тоже нарезной, это по хлебу. Так, ребят, погнали молоко. Молоко 900 грамм. Я не знаю, литровый вообще бывает у нас? А вот, литровый. 62 рубля. 49 рублей 900 грамм. 500 грамм 33 рубля. 500 грамм 37 рублей. Ну вот это крутое. Это вот дорогое джанкойское. 900 грамм 73 рубля. Так, что еще к молочке у нас помимо молоканости? Кефир. Кефир. 72 рубля литр. 1000 грамм точнее. 37 рублей 500 грамм. Ну и как бы обратите внимание, у нас в России стали на ценниках указывать, что не содержит заменитель молочного жира. Это требование такое. Так, кефир. Что еще, Настя? Сметанка? Сметанка. Сразу джанкой. Давайте, она, я считаю, дорогой, но у нас зато вообще она супер. Так, сметана 400 грамм, большой 96, 15% 400, что есть подешевле. А, ну вот, первомайская тоже, по-моему, крымская, 450 грамм, 79 рублей,
15% и 20%. Нет, помню, Джанкойская чуть-чуть подороже. Так, сметанка есть. Молоко. Так, слайна 450 грамм, 11,59. 500 грамм, 21,99. 24,99 за 900 грамм. Другое молоко по скидке есть. 16 гривен за 900 грамм. Кефир 18 гривен за 900 грамм. Другой кефир 24 гривны 900 грамм. 24,49. Вот молоко 1,5 литра 44,99 Яготинское. 2 литра 53 гривны. Так, Селянское 950 грамм 27,79. Это в другой упаковке. Славяночка 28,49. Какое-то пряженое. Ладно. Пастеризованная Простоквашина по 28,39. Кефир Волошково поле 32,49. Селянский 950 грамм 29,39 гривны. Сметана 400 грамм 34,29. Сметана, вот еще Простоквашино 355 грамм 26,79, 31 гривна, 350 грамм Президент 25,89, другое 15% 26,39, сметана какой-то там стакан термостатный, вот такой вот, короче, 20, не вижу там что-то залито. А, вот, 25,49 за 400 грамм. Масло. Ну, я сразу говорю, мы с Настей предпочитаем Джанкойское. 88,2%. Где оно у нас тут, я не знаю. Да, 179 рублей. Мы вот его, ребят, кушаем. Оно не дешевое, но вкусно. 134, кстати, черноморские, это тоже крымские. 134 цена. То есть я сразу говорю, вот нормальная цена на масло у нас получается 130 до 170, потому что и то хорошее на самом деле. Конечно, есть за 200 грамм 99 рублей, но я возьму лучше свое крымское, я знаю, что оно крутое. Так, ну ладно, все, по цене смотрим от 99, и он аж лежит там, за килограмм 700 рублей есть. То есть килограмм 700 рублей есть. Но обычно все-таки применяют пачки 200 грамм. За килограмм. 699. 699. У нас в задании с Украины России это вот консервы. Вот я не знаю, Хейнс это, по-моему, популярная торговая марка на самом деле. 93 по акции есть фасоль. Вот не знаю, то не то показываю, потом буду монтировать, но я все-таки консервы бы сделал бы упор на вот такие вот. Шпроты 95-140, ух, какая, ну банк хорошая. Серьезная цена. 139, 90, 73, 154, 88. Вот, а где аквамарин наши? Так, Сайра, 120, 127. Доброфлот, крутая компания и очень дорого у них. Рекомендую в России Доброфлот. Но дорогая она, да, слов нету. Так, сардины 69 рублей, сардины 71 рубль. Селедочка филе. Где у нас что-нибудь? Килечка, где килечка? Килечки не вижу, бычки только вижу. 65 рублей.
бычки, киличка. Бычки, бычки, бычки. Так, паштет шпротный. 44. В самом низу. Так, консервы мясные идем. Так. Ну, углепродукт неплохая тушенка. Цена, соответственно, собственно говоря. Большая банка. Полкило 239 рублей. Ну, ребят, я честно в последнее время предпочитаю тушеночку делать сам. Реально. Паштеты. 99 рублей. Маленькие 59 рублей. 59, 59. Ну вот. Хорошая тушенка. 171,90. Цена приличная, но это хорошая тушенка. Консервы еще. Иберика. Это распространенный бренд. Предполагаю, что он есть во всех сельпо. Ну вот у нас 106, 108 рублей. 119 без косточки. С косточкой 106. То есть вот такая баночка 300 грамм. 100 рублей. Ну, другие производители. Вот Бондуэлька, кстати. Бондуэль 400 грамм 119 горошек. Тут Новый год горошек, ребят, это тема. 79 рублей 200 грамм. То есть Бондуэлька. Хайнц, кстати, кукуруза 340 грамм 85 рублей. А, нам горошек интересует. 122 рублей 390 грамм. Вот, это известные бренды. Тунец 185 грамм 50 гривен 49 копеек. Другой 83,49. Шпроты 240 грамм 86 гривен. Шпроты 160 грамм 63 гривны. Сардина 185 грамм 31,19. Так, другая по скидке 26,39 240 грамм. Сардина 36,99. Другая сардина 19,19. 18,89. Это полная чаша, это своя марка. Насколько мне известно. Скумбрия 240 грамм 36,89. Так, ну паштеты, смотрите, паштеты 240 грамм 30,69, 28,99. Тут по скидке 17,99 и 17,99. Такой 155 грамм 14,99. Так, давайте покажу кукурузу. Кукуруза 26,99. Это за 340 грамм. 34,69. 670 грамм. 77,99. 27,89 за горошек зеленый. 425 грамм. Горошек зеленый 800 грамм 60,49. Горошек зеленый 400 грамм 34,49. Так, горошек нежен зеленый 420 грамм по скидке 28,99. Оливки черные без косточки 38,99. Ну, наверное, все на этом, на консервах. Так, масло. Так как я живу в частном секторе, мы всегда берем 5-литровками. Сразу, конечно, 5-литровка. 5 литров 439, рафинированное масло. 5-литровка. 3 литра 274. Кубанские семечки неплохая компания, кстати. 0,9 литров 77. Не знаю, на Украине там есть такое по 0,9. У нас часто по 0,9 стали продавать. Литр 86. О, Олейна. Олейна. Возможно, есть Олейна на Украине. 86,90. Олейна. Слобода. Литр 72,90. 72,90 по акции.
Так, нерафинированная салатная, 69,90, подворье какое-то. Так, ладно, ребята, масло мы с вами посмотрели. Растительное масло. Олейна, пол-литра, 21,39, 0,85, 37,99, нерафинированная, прессованная, рафинированная, 0,85, 29,99, 0,85, 35,19, рафинированная это олейна тоже. Чумак, 0,9 литра, 38,69, 100 жар. 0,87, 36,39, 0,85, подсолнечная оливковая, 43,69, щедрый дар, 35,49 за 850, щедрый дар, холодная рафинация, 870 миллилитров, 25 гривен. Это по маслу мы имеем. Ну что ж, видео Севастополь-Одесса мы вам показали, а теперь внизу ссылочка от Ивана Проценко, там будет сравнение Киев-Севастополь, два одинаковых магазина Сельпо. Переходите, между прочим, там можно интересно пообщаться, там много украинцев общаются. Точно так же Иван сделает ссылку на наше видео, которое здесь у нас в Крыму выходит, будет очень здорово. Всем пока!